Это транзитный пункт для перевозки кокаина. Здесь они останавливаются, прежде чем отправиться в Куани и Риманса. Кто этим заправляет? Я и понятия не имела. Но я... Погоди. Это снова я. Что случилось? Ладно, без паники. Это транзитный пункт для перевозки кокаина. Здесь они останавливаются, прежде чем отправиться в Куани и Риманса. Кто этим заправляет? Я и понятия не имела, но я знаю, где склады с кокаином. Вы их уничтожите, и местный босс примчится, чтобы надрать своим задницы. А мы прищучим его. Именно так. За дело. Все получилось. Теперь уходим. Повстанцы позже пришлют кого-нибудь за продовольствием. Мы просили повстанцев прислать транспорт. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакове. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Машина с продовольствием захвачена. Вызовем повстанцев. Пусть пришлют людей за грузом. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакове. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Не бойтесь, парни. Мой кузен – ночной охотник.
дрон в полете. Машины сигнализации. Тут еще один склад. Кто тут готов сильно огорчить целую кучу торчков? Вижу небольшую группу целей. Здесь генератор. Противник убит. Осколочная, получай. Граната, берегись. У нас есть информация о месторасположении нескольких кокаиновых нычек в Махакое. Необходимо их отыскать и уничтожить, чтобы надавить на местного босса. Наблюдаю небольшую группу целей. Цель ликвидирована. Запускаю дрона. Вижу небольшую группу целей. Есть еще одна цель. Вижу еще один склад кокаина. Берем его. Здесь цель номер 5. Появился один с пистолетами и пулеметами. Одним врагом меньше. Осколочная.
Цель ликвидирована. Осколочная. Получайте, пидоры. Взрывчатка установлена и готова. Взрыватель вставлен. Цель уничтожена. Пора сваливать. Им все сложнее прятать эту срань. Вижу оружейный ящик. Класс. Мы попросили Пака прислать транспорт. Народ, пристегнись. Что-то тут не так. Ты об этом мужском общежитии? Ага. В этом городе что, нет женщин?
подкрепление повстанцев. Понял. Наши на подходе. У нас есть полный бензовоз топлива. Хороший подарок повстанцам. Черт побери! Хасис, есть какие-то новые сплетни о картеле и бандитах? Грасис, удачи. Наконец-то! Я уже начала нервничать. У меня мало времени. Он может вернуться в любую минуту. Мама, он сходит с ума. Это от кокаина. Он становится жестоким. Жестоким? Но, дорогая моя, разве ты не видела, за кого выходишь? Мама, он держит в плену деревенских женщин. Он их пытает. И что? Это же просто болевик. Мам, мне на них плевать. Но мне страшно. Он думает, я ему изменяю. Он угрожает мне, показывает на фото, что он делает с этими женщинами. Мама, ты должна мне помочь. Я хочу вернуться в Мексику. Габриэла, бедняжка, о чем ты думаешь? В твои годы я пыталась бежать. Но когда ты принадлежишь наркобизнесу, это попросту невозможно. Так что делай, как я. Наслаждайся деньгами и ради блага ребенка, которого носишь, не суй свой нос в дела мужа. Поверь, так будет лучше. Эта мерда era para nosotros. С этим мы разобрались.
Спасибо.
Осков. Цель номер 10. Наблюдаю небольшую группу целей. ¡Peleando, carajo! ¡No se rindan! Ahora mismo les enviamos refuerzos. ¡Resistan! Indica que no hay signo del enemigo. Todas las unidades pueden retirarse. У них сигнализация. Сигнализация отключена. Ninguna novedad hasta ahora. Mantenga la búsqueda. Los soldados enemigos rompieron contacto y se retiraron. Es hora de terminar la búsqueda. Unidades, comiencen el ataque. Дрон в полете. Враг готов. Здесь снайпер.
sin cura. Всего 20. Готов. А, черт! Кровь течет! Черт побери! A todas las unidades, comiencen el ataque. Спасибо.
unidades. Comiencen el ataque. No hay actividad en la última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda. Que no hay signos del enemigo. Los rebeldes se retiraron. Приближаемся к школе. Вы там видите этих женщин? Наверное, они из того городка, из ранчо Сабалы. Если это школа, что случилось с учениками? Вижу небольшую группу целей. Сажусь на мотоцикл.
Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы. А они тоже нам чем-нибудь помогут. Тут постоянно летают их вертолеты. Теперь мы можем угнать один из них и передать повстанцам. Отлично, я поведу машину. Thank you.
Мы просили повстанцев прислать танцы. Алла, Янки, вот ваша вертушка. Черт, утром будет больно. Цель захвачена. Уходим. Сообщим повстанцам, что можно забирать снаряжение. Полечу я. Готов. Comidita para las armas.
Есть данные по антенне картеля. Отключим ее. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Противник убит. Осколочная. Получайте, пидоры. Вот черт. Ладно, где-то летает еще один вертолет. Осколочная. Осколочная. Очень хорошо. Станция картеля отключена. Повстанцы могут наступать. Враг убит. Ос-
Полочная. Ясно, я поведу. Третья цель. Цель уничтожена. Твою мать! Ладно, повстанцы пока обойдутся. Мы попросили Пака прислать транспорт. А, черт! Кровь течет! Спасибо. У нас как будто обувь из свинца. Радиофургон захвачен. Люди Катари скоро должны забрать его.
Враг готов. Вижу оружейный ящик. Подойдет к моим ботинкам. Прекрасно. Сообщу повстанцам, что груз их ждет. Передашь им, чтоб дальше сами ходили за продуктами. Я за штурвал.